Может, это не они. Мало ли зеленых вольвов на свете? Хотелось бы верить. Вольву зеленую видите? Да, заметили. Это они? Подъедут, посмотрим. На всякий случай будьте готовы. Мужик, открой окошко, что-то скажу. Чего? Твою мать! А с ребятами-то что? Что, вот так вот и оставим, что ли? Ну что, хочешь вернуться посмотреть, что ли? Им уже не поможешь. Жми, Сашок, жми, родной! Да жму, я жму! Педаль по луже! Не давай нас обойти, сейчас вагон пойду! Саня, Саня, сбавь, сбавь! А то нас на первом же повороте фурой прокинет! Не сбавляй! Если обгонят, нам конец! Саня, ну ты же в ралли участвовал! Не пускай их и все! Ну-ка, вильни фурой, вильни, ага! А если резко тормознуть, чтобы они нас в зад поцеловали, а? Да ты чё, Иваныч, мы ж битком! Нас собственная фура задавит нахрен! И то верно. Они это понимают, потому и жмутся вплотную. Слышь ты, Анатолич, давай-ка колись. Мы не можем дальше вслепую ехать. Мы должны знать, что происходит, иначе... Саня, Саня, назад, назад! Не пускай их справа, не пускай! Я вижу. Заразы. Иначе мы из этой жопы не выберемся, понял? Я вас обманул, профиль ни при чем тут. Чего? Все документы на него нормальные. Только в ящиках под профилем контейнеры. С иглой 5. Нормально. Вот деловые, а? И сколько их там? 10 контейнеров по 4 штуки. Ни хрена себе! А что это такое? Отстал ты от жизни, Иваныч. Это КРПЗ, то ли ПРКЗ, хрен его знает. Чего? Противовоздушная ракетная установка. А сколько стоит эта игла-то? На черном рынке один выстрел идет от 50 до 70 штук баксов. Это чё ж мы на 2 миллиона грузов везем? На 2 миллиона баксов, а? И кто ж платит такие деньги? А этого тебе лучше не знать. Да ладно, не знать. Террористы, Иваныч, кто ж еще? Сейчас шмальнут, не дай бог. Давно бы шмальнули, если хотели. Вот что они хотят, интересно? Слушай, Денис Анатольевич, а какого размера эти контейнеры? Ну, сантиметров 50 на 60 и длиной 1,5 метра. Ну, так что они хотят, в багажник их, что ли, загрузить? Может, у них какой грузовик приготовлен, а? Да какой нахрен грузовик? Это тебе чем плох? Да они нас просто живыми хотят взять. Денис Анатольевич, а ты, случайно, мне их подельник? Да ты что, Федор Иванович? Да я и больше вашего боюсь. Ну, вы-то им нужны. Временно. А меня грохнут, не задумываясь. Да и правильно. Слушай, Денис Анатольевич, скажи-ка, дорогой, откуда они узнали, что мы везем? Ведь не за профилями же они охотятся, а? Наверное, кто-то из высокого начальства двурушничает. Санек, крутани вправо! О! Увязли. Сели! Ага! Yes!